Привет! Короче, теперь пойдем смотреть на True Maori Life. На их жилище, на их традиции, на всякое остальное такое. Вообще-то это круто и очень интересно, как развивался остров, ну и вообще, что здесь был за народ до того, как пришли инглишменчики и всякие голландцы и так далее. Ну, колонизаторы, одним словом. And so what? Маори утверждают, что именно они придумали матрешку. Вот откуда пошли наши люди. С маленьких островов Новой Зеландии. Сколько ты одна знаешь, что будет происходить сегодня? Расскажи, что, куда мы идем и что будем делать. Мы идем в деревню Маори, там нам расскажут, сделают тур, короче, расскажут про Маори, про их жизнь, про культуру. Потом у нас будет танец хака. Это традиционный маорийский танец. Который все так любят и которым все так славят, да? Ну да, но это вообще традиционный танец запугивания своих врагов. Но сейчас там, мне кажется, они уже... Некого запугивают. Тех, кого могли, не запугали в свое время. Это да. Now access really tight. Uh-huh. And then 11:15 is the show, so they will leave you at that call. Perfect. Mm-hmm. Here is the cafe, bottom of the village, self-guiding to the mud pools. If you follow the path, they'll lead you to more geofit. We can have a look. Yeah. Mm-hmm. And that's how long it takes to watch. Thank you so much. Давайте, здоровайтесь, а я сниму. Так, маорийское приветствие. Две души здороваются. Типа носиком к носику. Больше энтузиазма. Kia ora! Это полное название деревни. Тилка, рилка, вода, ватанга. Two digraphs which stand out. The WH, which sounds like the PH, as in photo or physical. The NG, which sounds like the end of the word sing or song. The R, we sound as rrr. So, once again, everyone all together after me. Te. 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 Fa. Fa. Ka. Ka. Rewa. 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 Tanga. Tanga. Uti. Uti. Opi. Opi. Daua. Dawo. Awahio. Awahio. Fantastic. I'll say it again. Te whakare ware watanga o te ope taua awahio. And what it translates to is the uprising war party of Wahio. Because these last six letters here start with W. Wahio was a chief and ancestor who resided here from forest cultures around the world. Какое ощущение, что она читает рэп. In terms of my тетя Оксимирона. Маори развлекаются как могут. А вот этот мальчонок, наверное, всю воду раскидает. Но я говорю, сейчас вода полетит в нас даже. А, они типа чай просто? Смотри, ныряют за монетками, охренеть. Да, наверное, сейчас кинем. Ну да. Ребята. Хе-хе-хе.
Okay, everybody. So one of the main attractions for me and sisters in this area was the beach. You see, our people were nomads and they would travel with the seasons. During the summer months, they might move up into the hills, into the bush, where it was a lot cooler, or into other areas where they could still cultivate land and still live. During the winter months, they'd make their way back down here next to the earth, where it was really warm. Не всяких башков ставят перед мостами. Видимо, чтобы не падали. Потому что зачем строить хорошо, чтобы не падали? Достаточно башков поставить, чтобы не падали. Ой. Гейзер. Вот смотрите. Дома ставили рядом с такими гейзерами для того, чтобы зимой было тепло. Вот так вот. In the last 177 years or so, folks, these houses have been used for funerals. Основной дом, в котором решали все вопросы. Вот смотрите, она рассказывает, что это как будто бы руки встречают, как бы. А вот здесь посередине их бог. Но в каждой деревне он разный. Просят придерживаться тропинки, потому что температура вот этой воды 300 градусов. И смерть будет долгой и мучительной. Вдохновляет, в общем-то, идти по тропинке вот этот комментарий про долгую и мучительную смерть. У них есть традиционные блюда, которые они готовят на вот этих гейзерах. Вот здесь есть ресторанчик, в нем можно попробовать, посмотреть. Здесь еще есть на территории детские сады, скажем так. Ну и, в принципе, можно учить язык маорийский. Язык может учить любой человек. Создавали они их для того, чтобы люди не забывали свой язык, потому что люди разъезжаются, ну, в общем, цивилизация, бла-бла-бла, и забывают родной язык. Готовят еду. По-моему, варят курочку там. А, кукурузу варят. Готовка. Готовят там эти. Ничего кукурузу не видно. I then start talking to about the second cooking method our people started using with Jeff Thermal. So our first cooking method is what our people on top of those heated rocks and those farm-moving baskets. He had meat going on top first, vegetables on top of the meat. Then the pit would be covered with woven mats. And the food could take about 4 to 5 hours to cook. There are different variations of this, but that is in days of old, my ancestors had their own methods of putting the food in and taking the food out. Продолжим через смерть, я помню. Вот готовят еду, ребята. Конкретно в этой деревне, потому что здесь маорийцы живут на гейзерах, жили. Они использовали, делали вот такие печи. Это, собственно говоря, на одном из источников горячей вот этой воды. Делали такие плиты, утром закладывали туда еду слоями, там мясо, овощи, а потом закрывали и уходили на работу. Через 5 часов, 6, в принципе, все готово, не подгорает. Ну вот она такая крышечка здесь поднимается, и, в принципе, все ок. Потом через 5-6 часов готово, и, в принципе, реально они называют это идеальной. Вообще, короче, вот кто придумал пароварку, если уж так говорить. Открыто, ну вот еще открыто. Мне кажется, они там еще жгут что-то. Но вообще прикольно. На самом деле достаточно удобно. Вот. Про веру они там говорили, про свою. Но я еще почитаю, на самом деле, в гугле, потому что она так вскользь коснулась. Они верят в душу, трам-пам-пам. Кто не верит в душу? Вот в такие штуки они складывали овощи, фрукты. Видите, повыше от земли и подальше от гейзеров. Тут, в принципе, прям совсем рядом нет, чтобы сохранить от воды и от температуры. Красиво. Вот цвет водичка. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну, было такое красивое озеро, потом в 70-м году хотела все опускать и рушить. Может, выкинем? Горячо. Горячо.
What I'm going to suggest you do, folks, is if you wash your hands in the water, wash your face with it. When it dries, feel how silky smooth. Ну что, попробуем водичку? О, я уже чувствую. Ну и как-то вымывается даже, что ли, из организма. Можно постоянно пить воду. Я не поняла, из-за чего, но типа, но ее пить не можешь. А нужно всегда, когда в ванной всякие сидишь, пить много воды. Ну. Они верят, что типа... Her name is Hine Nui Te Po. Hine Nui Te Po. Yeah. Это богиня, типа смерти, она создала это, как бы... Смерть мир под землей, они уходят под землю, и она распростертыми руками их там встречает. I'm going to suggest that you check it out on the internet. Yeah, have you read more. I know it might sound a little bit techy, but it's where you get really fast information. Yeah, I get. Thank you. Yeah. Otherwise, there's libraries here and bookshops. The best bookshop or the oldest bookshop here would be McLeod's. McLeod's is the best. In Rotorua? In Rotorua, okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. Везде дымится, все дымится. Ну это яйца. В тумане такие. Okay, folks, this pool over here we call Wild. В переводе с маори Коро Тио Тио — это злой старый мужик. Хана теперь некоторым людям. Будьте у меня Коро Тио Тио. Говорит, птичку сюда опустить на полминутки. И очень легко чистить будет. Перышки. Блин, как тут вообще валит? Где-то под нами лава течет. Прикольно. Тут вообще много чего надо походить после шоу, да? What do you think? Господи, не знаю как. Всячески. Всяко-разно, это не по-разно. Детки, переростки. Очень красивая вода, конечно. Маурийские ворота везде такие с распростертыми объятиями. Давайте сюда. Но пока они определят, сюда еще 10 человек зайдет. Сейчас будем, точнее, мы сейчас ждем знаменитый маорийский танец. Пришли вот такая сцена. Бабулечка. Извините, подвинуться больше некуда. Вот, и, короче, ну, это танец, который у них на свадьбах и так далее. Это устрашающий. И регбисты, которые танцуют, в общем, ожидаем. Музыкальный инструмент. Тут, это мой. Мне такой нравится. R&B музыкальный инструмент. Hallelujah!
Oh!
страшилки. Покупаться, да? Больно, я думаю, купаться. Ну, наверное, очень целебно набирать такую длинную палку взять. Ну вот как рымашки мы покупаем, это не отсюда. Опа, смотрите. Гейзерит, грязишка. Мне нужна длинная... Не лети туда, не лети. Длинная палочка. Какая интересная картинка. Если просто фокус взять и в какую-нибудь одну точку смотреть, но улавливать... Ну, вот туда, на стенку смотреть, но улавливать все эти. Очень забавно. Какая-то симфония, да, попрыгунчиков. Лягушата. Прикинь, что древние люди про это все думали. Точно что-нибудь выдумывали. Бог злится. Снимется вся спесь вот эта. От первой станции метро. И на гейзеры, и в парке 2 часа, и все, что хочешь, давай. Лишь бы не на Курской. Давай еще до Курской у вас 5. 1, 2, 3.